Если я ныряю 100 метров в бассейне, значит ли это, что я могу нырнуть 50 метров в глубину? Многие люди считают, что вот так можно посчитать то, насколько человек может нырнуть в глубину, то есть разделить напополам, 50 вниз, 50 наверх. На самом деле все не так просто. Дело в том, что когда мы говорим про глубину, тут у нас включаются не только такие факторы, как время задержки дыхания и длина, которую мы можем проплыть, но еще очень важна способность к расслаблению, очень важна способность к продувке и еще некоторые другие факторы, например, возможность принимать изменения внешней среды, такие как увеличение давления и прочего, организм должен быть к этому готов. Поэтому нельзя ставить в эквивалент длину, которую вы проплыли, глубине, которую вы можете нырнуть, и точно так же наоборот, на самом деле.